Привет, друзья! Ставим лайки, подписываемся. Итак, поехали! Невосполнимая потеря. Филипп Киркоров остался без отца. Серьезные изменения произошли в жизни Филиппа Киркорова. Теперь поп-король колесит по городам и весям без своего отца. До недавнего времени практически ни одно шоу Филиппа Киркорова не обходилось без отца. Легендарного исполнителя Бедроса Киркорова. Артист выходил на сцену и исполнял несколько песен в рамках грандиозного шоу «Наследника». Но теперь все изменилось. Филипп остался без отца на гастролях. «Я не могу летать. А у Филиппа как раз много очень перелетов, расстояния большие. Мне тяжело это переносить, поэтому я принял решение уйти из коллектива», – пояснил Бедрос Киркоров. Безусловно, это невосполнимая потеря для Филиппа и его шоу. Ведь выступления отца придавали концертам поп-короля особое очарование. Интересно, что Бедрос посоветовал наследнику сбавить обороты. Не секрет, что график Филиппа расписан по минутам. А сам артист еще умудряется регулярно выходить в свет, выступать в сборных концертах и гастролировать. На все это нужны силы. А ведь Киркоров разменял уже шестой десяток. Поэтому беспокойство отца обосновано. Однако сам Филипп, который не раз признавался в том, что не может бездействовать, не слушает ничьих советов. Отец Филиппа Киркорова живет не в Москве, но часто бывает в столице. Ведь тут растут его любимые внуки – Алла, Виктория и Мартин. Бедрос обожает с ними нянчиться. Они очень развиты и занимаются спортом, ходят в кружки. Любят конструкторы. «Дети радуют не только меня, но и Филиппа. Он с ними изменился», – признался отец Филиппа Киркорова. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!